Всем большой привет! Рада видеть вас у себя на канале. И сегодня я хочу сделать макияж в темно-зелено-золотистых оттенках. Всем, кому интересна данная тема видео, я приглашаю вас к просмотру. Наливаем чаек, кофеек, вкусняшки. Тем, кто будет краситься вместе со мной, тому приятного времяпровождения. И поехали. Первым делом я, наверное, сегодня начну с желтого оттенка, не с рыжего. Я возьму желтый оттенок из палетки, вот, которая у меня находится в проекте Project Pen. В данном случае вот этот вот оттенок. И буду заносить его в складку века. У нас начинается опять жара. Так, я порисовала складку века желтым оттенком. Теперь я хочу. Вот он докрасился. Каким бы оттенком? Давайте вот этот вот. Нет, все-таки вот этот. Вот этим вот. Денис, потише, пожалуйста. Вот этим оттеночком я хочу прорисовать нижнее веко. Денис, ну можно потише, сын, но я снимаю. Нет. Ты не хочешь снимать? Хочу снимать. Денис, мне нужно снять видео, сын. Понимаешь это? Это не пойдем на корабль. Я сейчас накрашусь и пойдем. Денис, у нас времени, еще вагон и маленькая тележка. Набираю этот зеленый оттенок. Как бы мне так к вам сесть, чтобы вам было все видно. С тобой на корабль пойдем кто-нибудь.
сделала я вот такой небольшой каркасик. Теперь мне нужно взять вот такую вот тоненькую, ну как, кисточку потоньше, и я буду затемнять складку века таким зеленым травянистым оттенком. В данном случае это будет вот такой зеленый оттенок. Набираю на кисточку. Вижу. И буду его заносить в складку века. Это мне видео снять, ну пожалуйста. Не пожалуйста, а я клоун. В этот раз, наверное, для затемнения складочки века я возьму вот такой вот зеленый оттенок, потише с ног. Вот такой вот оттенок и буду заносить вот так же в складку века, как мы с вами. Денис, ну потише. Так же, как мы с вами делали вчера. Потому что другого зеленого оттенка у меня, ну, просто нету. Сейчас в косметичке, на данный момент времени. В других палетках-то он, конечно, может быть и есть, но в тех палетках, которые я взяла сейчас в косметичку, у меня такого оттенка нет. Так. Немножко встряхну. И буду вот так вот его заносить в складочку века. На самом деле, говоря, какого-то сильно явного настроения снимать макияж у меня нет. Вообще снимать какие-то видео, я не знаю, то ли как-то я немножко подустала, то ли что. В общем, я не знаю, с чем это связано, но... Во-первых, наверное, расстраивает, что и просмотров не сильно много, и комментарии как-то особо не пишут. Ну, возможно, активность упала из-за того, что сейчас, в принципе, лето, все отдыхают, кто в отпусках, кто где. И поэтому мало просмотров, рейтинги падают, действительно, у девочек, как уже об этом говорила Лана Светлана, ну и самого какого-то настроения снимать, честно говоря, нету. Вот.
то ли это просто такой период настал, когда как-то, ну вот, некий кризис такой. Привет, дальше получается пока что вот так. Опять мне правый глаз не нравится. Мне больше нравится, конечно, левый глаз. Как получается, правый как-то меня не очень. Радует, ну ладно. Следующим шагом будет растушевочка, опять-таки на верхнем веке, но я хочу немножко другого желтого оттенка добавить, конкретно возьму вот этот вот желтый, который чуть темнее, такой оранжевато-желтый. Буду растушевывать границу. Так, пока оставляю вот так, теперь я возьму золотистый оттенок из палетки, которая у меня также участвует в проекте Project Pen. Это моя старушка от Marie K. И буду наносить золотистый оттенок под бровь. Как вы знаете, золото с зеленью очень хорошо сочетается. Набираю золотистый оттенок и буду наносить его под бровь. Дальше. Дальше я хочу взять вот такой вот зеленый оттенок. Это, знаете, такой какой-то землистый зеленый. Вот, наверное, правильнее будет его так назвать. Я отвлекаюсь на картинку, потому что я не вижу. Набираю этот землистый зеленый оттенок на кисточку.
и буду его такими как притаптывающими движениями наносить на веко. Ну как на веко? На ну вот сюда вот, на уголочек глаза. Потерял оттенок. И немножко вытяну такой, как вот сюда вот. И естественно, потом все неровности мы с вами уберем. А дальше я возьму из палетки Dodo Girl. А вот такой оттенок. Вот его сводч. И буду его наносить чуть-чуть на стык зеленого оттенка. Конечно, с палеткой Dodo Girl очень сложно работать в том плане, что палетки, ну вернее сами рефилы, они очень замыливаются и тяжело набирать продукт. Так. Вот так вот. Так. И теперь
я хочу чуть-чуть высветлить вот этот оттенок, который мы сами наносили, вот этим вот оттеночком. Давайте я у него посвочу. Это такой жемчужный оттенок. В общем, в итоге я решила, что я хочу взять вот этот оттенок. Он чуть по, так скажем, побронзовее, наверное, нежели чем вот этот. Я возьму все-таки побронзовее оттенок. Мне он очень понравился. Я, наверное, нанесу не поверх этого оттенка, вот, который я наносила на стыке зеленого, да, а я его нанесу вот сюда вот. Мне уже само сочетание оттенков безумно нравится. Дальше я возьму вот такой вот оттенок, нанесу его на внутренний уголочек глаза. Ну возьмешь. Еще пистолет отсядь. И буду наносить его вот сюда, вот во внутренний уголок глаза. Что у тебя с глазками? Чуть на солнышко. Так, и теперь я хочу вот этим вот желтеньким немножко приглушить. Ну, не приглушить, а чуть-чуть границы оттеночков смешать. Прям чуть-чуть. Вот так. И теперь, в принципе, с тенями как бы это все.
Давайте на внутренний уголочек глаза мы с вами нанесем. Так, что мы с вами нанесем? А где моя кисточка-то? Не вижу кисточки своей. Она у меня делась. Я нанесу сначала вот этот вот оттенок, которым я сейчас сглаживала некие границы. Я нанесу в уголок внутренний. Вот так. Если закрываю, девочки, ну уж вы меня простите, я просто не вижу, что я рисую. Потом докрашивайся. Денис, потом я уже не буду докрашиваться. Давай потом. Денис, я вообще-то видео снимаю. Когда потом? Потом. Потом уже мне не надо будет. Денис, ну мне осталось-то чутка, сынок. Денис, ты у меня тут кисточку не брал? Я кисточку я не брал. Она у меня упала, девочки. Не буду. И давайте тогда нанесем вот этот вот оттенок. Показать вот этот вот, который я хотела изначально нанести. Мы его с вами нанесем на внутренний уголочек глаза, как бы добавим немножко сияния поверх. Хотя сюда лучше, наверное, будет золотой оттенок, нежели чем этот. Да. Тогда давайте возьмем золотишко. У меня тут есть. Так, дальше последний штрих, то, что мы с вами сделаем с... Вернее, предпоследний. Вот такой вот возьму подводку. Это у меня от Urban Decay. Она такая блестящая. И мы ее нанесем вот сюда вот. Вот так. И как раз таки на нижнее веко я хочу нанести вот этот вот оттеночек. И в принципе с глазами мы с вами закончили. Быстренько сделаем лицо и
Я, наверное, девочке лицо сделаю, может быть, даже без вас, потому что ребенок хочет гулять, и уже время у нас. Наверное, посмотрим сейчас, как получится. Вот так вот, немножко. Я уже где-то интерпретирую, уже как бы сама подбираю какие-то оттенки на нашу. Вот так. Потому что здесь картинка с закрытыми как бы глазами модель. И там не видно, что у нее нанесено на нижние веки, поэтому я уже додумываю сама. Я даже знаю, какую помаду я сюда нанесу. Так. Так, теперь быстренько с вами контурируемся. Контур я сегодня возьму вот такой вот из палетки Ruby Rose. А вот этот вот оттеночек контуров, который выпал нам с вами рандомно в проекте «Дайте до донышка». Но его надо совсем-совсем слегонца, потому что он прям такой ядерный. То есть видно, что им можно переборщить. Поэтому его нужно совсем чуть-чуть, совсем прям капельку, чтобы не сделать из себя поджаренную курицу. Так. Со скульптором все. Быстренько все это растушевываем. Так, бронзер марка Belle, который у меня участвует в проекте Project Pen.
живу. Когда, как не летом, тратить бронзера. Так. Румяна я сюда, наверное, возьму вот такие вот от Vivienne Sabo, которые мои неубиваемые. Давайте бронзер чуть-чуть, наверное, сейчас еще на лоб нанесем. Прям вот чутка. Так, пройдемся. Конечно, с моей жирной кожи поменьше бы сияние. Надо бы на лицо. Набираю румяшки. Вот так. Теперь хайлайтер я возьму вот из этой палетки, которая от Rimmel, и вот этот вот шампанского оттенок. Или оттенок шампанского, чтобы более грамотно звучало. Наношу на скулу. Носом, конечно, переборщила немножко. Так, ну что, по итогу у нас получается вот такой макияж. Давайте я вам покажу, что я пыталась изобразить. Пыталась я изобразить вот такой вот макияж, но у меня получился свой. Денис. На губах у меня карандашик от Литуаль в коричневом оттенке и тени. Денис, тихо.
лайм-крем, вот такие вот, которые мне прислала Света с Ярославля. Ну, сверкать так сиять, ой, сверкать так сверкать. В общем, вот такие вот губы. Ну что, оцениваете со стороны, как вам нравится, не нравится, пишите комментарии, с большим удовольствием прочитаю ваши комментарии. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.